О, зело придивный и изрядный друже Христов, святый праведный Лазарю, Вифании похвалу и всей вселенней превеликое удивление. Благословен дом Твой, Его же Господь наш Иисус Христос, в одних плоти Своей я с любовью посещаюше, видя веру и доброту души Твоей я и боголюбивых сестер Твоих, Марфы и Марии, заняты возлюбил еси Его всем сердцем Твоим, всею душею Твоею, всею мыслью Твоею, и тем до конца возлюблен был еси. Дивны тайны Твоя, на Тебе божественным другом Твоим и Господом нашим явленные, яко изволися Ему прежде креста Своего и воскресения показати на Тебе всему миру славу Свою и сотворити Тя предвозвестника пресветлого Своего из мертвых тридневного воскресения. Сего ради Той, яко владыка живота и смерти, попусти Тебе смертям сном уснути и погребенну быти, и даже до адовых глубин снити, и где же Ты узрел еси, сущие от века умершие во множестве неисчетном адовыми узами содержимые, и страшные страхи видел еси, и тамо, егда тело Твое во смердению смертному уже предадеся, по четырех днях Ты услышал еси божественный глас друга Твоего на гроб Твой пришедшего: Лазарю, гряди вон, и по гласу сему Ты обие из гроба восстал еси, и так о Вифанию возвеселил еси, и Марфины, и Мариины слезы утолил еси. Фарисеи же и книжники в ожесточении сердец сущих устрашил еси. Утоли же, святый друже Христов, и наши слезы, грех ради наших проливаемый, оживотвори наши души и телеса во смердении страстей и нечистот греховных сущие, воздвигни нас из гроба отчаяния и лютого уныния, всех же нас избави от вечной смерти. И яко же и Тебе, Господь наш, восстави от успения смертного, и умоли милостивого Бога, да сподобит нас причастницы быти вечной жизни, ею же и Ты по труде святительства на острове Кресте сам ныне наслаждаешься во обителях райских, прославляющий всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.